Так, ребятки мои дорогие, буду заниматься сейчас рыбкой, ну вы оставайтесь со мной, конечно же, ну и заодно поговорим про комментарии. Сегодня был смех, смеялась, конечно. Сегодня мне моя подруга Ирина, у нее канал есть «Ирина и моя семья», ссылочку я оставлю в описании, пишет: «Настя, вот после того, как она поругалась с той девушкой, ну, будем говорить, с Аленой, да, и Алена к ней зашла на канал и написала, что ее навидела видео тухлятина». Ирина говорит: «Я вообще в шоке». Ну, вас прошу, дорогие мои друзья, давайте уже не будем ругаться. Пусть он, как, ну, человек уже понял и так, что не стоит таким образом зарабатывать всех подписчиков, осуждая кого-то. И да, хочу сказать огромное спасибо по поводу организации. Очень многие мне написали, очень многие мне посоветовали, куда что сделать. Уксус, да, я сегодня уберу повыше. Спасибо вам большое, много дали идей интересных, я даже фотки даже отправляли, как и что сделать. Спасибо огромное, постараюсь все это организовать. Чем я сейчас занимаюсь? Я чищу рыбу, ребят, камбалу. Сначала плавники срезаю, и сейчас буду очищать всю эту рыбку. Всю почищу и будем резать. Сегодня купила кильку, ведро. Мы хотим это... Ну, просто мелкую картошку у нас есть. Отварить и пожарить. Фу, пожарить. Поесть мелкой картошкой. Прям мундирок взять, отварить и покушать. Ой. Вот напишите, кто любит чистить рыбу? Вот до чертиков не люблю чистить рыбу. Это вообще что-то с чем-то. Вот для меня это чистить рыбу, это... прямо ужас какой-то. Слушайте, в этой рыбе эти моллюски, или как они называются, есть. Напишите, как они называются, вот эти вот штучки. Даже три штуки тут целых, представляете? Четыре даже, а дурей. Как они называются, я не знаю даже. Ну, вот такие вот креветочки. Не креветки, моллюски, скорее всего, аж четыре штуки в целой рыбине попалось. Сейчас вычищу все, помою ее и буду жарить. Я люблю жарить с головой. Вот люблю жарить с головой. И счищаю саму кожицу тоже. Беру ножичком и прямо так вот счищаю всю рыбку. Сейчас попробую камеру немножко наклонить, но вот не, наверное, не получится. Но вот так вот, сколько смогла, наклонила. Буду чистить и разговаривать. Сразу же. Ну, сейчас всю рыбку вычищу. Я сначала хотела минтай, но дети меня уговорили камбалу пожарить. Поэтому жарим камбалу. То, что дети хотят. У меня, когда Маша мерила курточку, приношу извинения, то, что посуда в раковине грязная стояла, просто помыть не успела, поэтому извините, пожалуйста, если где-то что-то некрасиво было. Но это видео, конечно, уже вышло. Поэтому вот так вот. Я обычно делю на два кусочка камбал. Че мараться-то тут с ней? Господи. Тут есть-то почти нету ничего. Сейчас все почищу. И потом перемою ее сразу всю. Посолю, поперчу. Я стараюсь сильно приправы не ложить. Я каждую рыбку ложила отдельно в пакетик. Да? Будешь рыбку кушать? Угу. Зачем она такая? Большая такая. У меня есть детишки. Ну, так это камбала. Это очень вкусная, Оксаночка, рыбка. Оксана любит смотреть, когда я готовлю, да, Оксенька? Угу. Только ручками не трогай. Потому что... Ты когда вырастешь, хочешь рыбку варить? Я тебя научу, да? Она всегда подойдет и стоит молча и смотрит. Знаете, это я в детстве, когда бабушка у меня готовила, я тоже в детстве. Она готовит,
А я подойду и сяду. Она говорит, что ты тут делаешь? Иди, говорит, играй куда-то. Не, я говорю, бабушка, хочу с тобой побыть. И сижу молча и смотрю, что она делает. Ну, вот так вот тоже постепенно учишься. Так. Хорошо прям счищается так. Так, ладно, ребята, сейчас я почищу рыбку и к вам вернусь. Так, дорогие мои, рыбу почистила, сейчас помою ее хорошенечко, каждый кусочек. И хотела вас спросить, напишите, какую вообще рыбу вот вкусная может, потому что я кроме камбалы, селедки, потом минтая мой убрала. Ничего, как бы такую рыбу не беру больше другую, потому что не знаю по вкусу, как и что она. Поэтому пишите, какую рыбу любите вы. И я, может быть, если она не сильно дорогая, взяла бы тоже ее на пробу попробовать. Было бы интересно знать. И вообще напишите, вот некоторые запекают рыбу в духовке, некоторые варят. Вы вообще какую рыбу любите? Жареную, запеченную, вареную? Но я больше жареную любите. Поэтому мне как-то это попроще. Я люблю жареную, я люблю вообще вот. Сел, пока она горяченькая, поел ее. Потом она, когда холодная, уже не такая вкусная. Так. Рыбку сейчас изжарим и будет вообще все супер. Все. Тазики сама полукрутки от рыбы. Будем с вами вместе жарить рыбку. У меня тут соседи коз выгуливают. Они коз держат. Больше 20 коз, наверное, у них. Ну, они пасут сами, все сами делают. И сейчас будем жарить нашу рыбку вкусненькую. Ё-моё, еще достать не могу тарелку. Все, достала. Я обычно муку делаю, соль, больше ничего такого не делаю. Ладно, сейчас приготовлю муку и вернусь к вам. Так, все, поставила сковородку разогревать. Сейчас буду каждый кусочек просто обваливать в муке. Муку с солью уже приготовила в тарелочке. И ложить на сковородочку. Напишите, как вы любите, какую панировку вообще делаете. Некоторые мне писали, панировочные сухари можно делать и всякое такое. Ну вот я не делаю панировочные сухари, хотя надо купить панировочные сухари или самой наделать этих панировочных сухарей. Сейчас пока сковородка разогреется, я все кусочки обваляю и буду жарить. Вкусно будет сегодня на ужин рыбку. Также поставила картошку вот в мундирах, я уже говорила, вариться. Потому что кильку купила, пусть в холодильнике лежит. Дети любят кильку. Если кто солил сам мою кильку, напишите, пожалуйста, рецепт. Все, хочу попробовать сама посолить. Так дешевле будет и экономнее. Буду очень от вас ждать. И спасибо за то, что вы многие... Вообще пишет мне в личку. Мне очень приятно общаться напрямую, потому что, ну, через комментарии все равно не то. А напрямую сразу же видишь и человека, и общение другое становится совершенно. Мне нравится напрямую общаться. Поэтому многие мне, с кем я общаюсь, напрямую мы и созваниваемся, и по вайберу, и так в любое время дня и ночи общаемся. Мне очень нравится. Вообще вот общение куда... интереснее напрямую, чем вот так вот через комментарии. Все равно не то получается. Я занесла кастрюлю курян. Поставила варить большую кастрюлю. Надо ее помыть как-то. Она такая вся грязная. Просто ужас.
Курям надо сварить, а то у нас комбикорм закончился. Надо что-то это привезти, пока не можем никак. Завтра, если получится, то завтра мы привезем комбикорм. Но пока еще это не точно. Ладно, идем жарить рыбку. Так, ребята, сковородка у меня разогрелась, и чтобы не ошпариться, я вот так вот буду ложить сейчас всю рыбку и обжаривать с двух сторон. Очень вкусная рыбка у нас должна получиться с вами. Но я стараюсь поменьше масла наливать, потому что рыба еще даст свой сок. Поэтому много масла не наливаю. Все, накрываем крышкой и жарим. Так, а пока, наверное, жарится рыбка, я спрячу уксус. Идем убирать с вами уксус. Мне его поставить некуда, поэтому я его просто поставлю на самый верх. Машенька пришла. Ты не замерзла? А что ты сегодня так рано? Три урока. Три урока всего было? Как-то странно. Так, убираем весь уксус на самый верх. Шесть должно быть, а почему так мало тогда было? Смотрите, по бухте, блядь, геометрии не было. И как мы будем, что ты теперь не уже не будет. Все, убрала уксус на самый верх. Пусть там лежит, там уже точно дети у меня не достанут. Ну, если только старший залез, но старший ему не нужен, поэтому убираем куда подальше. Машенька пришла со школы. Сегодня, говорит, мало уроков было. Что-то все болеть начинают. У меня сегодня еще, видите, там стирка целая куча. После стирки белья лежит, надо все прибирать. Но сейчас сначала кушать приготовлю, а потом уже за белье можно браться. Поэтому извиняюсь вот за тот вид. Ну, как оно есть, так я вам показываю. После вчерашнего еще вот сейчас поснимается, засохнет белье. Вот так вот. И так каждый день. Ладно, жарим рыбку. Всем, кто если кушает, всем приятного аппетита. Налила себе кефира. Хочу попить кефир. Что-то это. Сегодня хотела ладушки постряпать. Взяла 3 литра кефира. Но дети говорят, мам, мы не хотим ладушки, мы хотим просто кефир попить. Я говорю, ну пейте. Мне легче. И вот они сегодня пьют. И я себе тоже решила налить. Сахара добавила. Попьем кефирочку. Рыбка жарится. Такой аромат дома рыбы стоит. Прям обалденный. Вот такие вот дела. Вот такая вот у меня рыбка получается, очень вкусная. Она прям рассыпчатая, ребята, смотрите, какая рассыпчатая рыбка прямо. Если кому нравится камбала, обязательно лайк поставьте. Тут у меня еще много целый тазик жарить. Жарим потихоньку. Мне вообще нравится. Я люблю камбалу. Света наконец-то появился, аппетит. Света начала кушать. Дорисовала она картинку. Маша ждет, не дождется, когда Маша, да, придет, Маша? Ждешь картинку свою? Да, очень ждет. Я дальше жарю рыбку и потом поставлю макарошки варить и пойду в садик. Ой, сегодня вкусный ужин будет. Дети путем ничего есть не хотят. Вредные. Егорка вообще ничего путем не ест. Лежит все. Катя выспалась, да, Катя? Ты выспалась? Катя проснулась. Выспалась. Пришла со школы, легла и уснула. Так, дорогие мои, кефир я так все еще не выпила. Пожарила все филейные части у рыбки. Уже тут кусочек младенько съел. Жарю дальше голову. Голову я всегда ложу отдельно, потому что голову только в основном я и муж обсасываем. Ну, нравится нам это. Голову есть. Напишите, кто тоже любит голову разбирать на кусочки. Но там потому что больше костей, поэтому я их оставляю взрослым только, а детям филейную часть.
Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Так, все, ребят, дожарила рыбу, одеваюсь, бегом бегу в садик. Муж уже сварит макарошки. Так, все, я бегу в садик. У нас, видите, снег тает. Тает, тает снег. Егор сходил, Тайсону отдал мясо. Ну, костный остаток. Я ему несколько пакетиков брала и каждый день по пакетику даю. Помимо того, что еще так ему даем. Вон стоит, куфует костный остаток. Да, Тайсон? Вредина. Вкусно? Кушай, кушай, давай. На, таблетки ему от этих, от глистов опять купить. Опять худеть стало, значит, пора давать. Ладно, идем в садик с вами. Всем привет. Я стою на автостанции, жду соликамский автобус. Мне надо Ильюшину карточку, Илья передал через автобус, встретить и отнести в военкомат. Время уже 9 часов вечера доходит. Боюсь, как бы на автобус не опоздать на городскую, иначе потом придется целых... Че? Полтора часа, можно сказать, сидеть ждать автобус. Час. Даже потом придется ждать автобус. Так что вот как-то так. Так, дорогие друзья, приехала я с города. Сейчас разденусь, умоюсь и покажу то, что купила для деток. Получила я Илюшину карточку. Встретила с автобуса, забрала ее, руки в первую очередь помою сначала. Боялась, что не успею на автобус, но слава богу, успела. И все нормально. Вы рыбку ели? Ага. Все поели? Вкусно наелись, ага. Рыбки? Так, ну первое показываю. Я получила карточку от Ильюши. И медицинскую, и детскую карту. На сходить теперь в военкомат и в больницу. Там какую-то справку еще надо мне ему взять. Дальше. Зашла в магазин. Помните фруктовые конфетки? Баночку я покупала. Многие с Красовичска спрашивали, где такие есть. Посмотрите на автостанции в магазине. Там такие есть фрукты. Вот полуфрукты, конфетки в банке я брала большой. А сегодня я взяла, опа, вот такие вот. Вот такие вот конфетки кругленькие, деткам тоже, чтобы запас был. Мама, у нас там Настя, вот те остались. Я знаю, что те еще вы не доели. Ну и я тут пить захотела. Пила сок. Это я Ване отдам сейчас сок. Мне дай. Да, мне чуть-чуть. Я говорю, Ване отдам. Я говорю, мне дай. Ваня! Сами конфетки берите, пробуйте. Сами у берите. Меня еще и заболела Катя. Я никуда ты не пойдешь, если у тебя температура высокая. Куда ты пойдешь? Сейчас как раз температура мерит. Ильюша уже позвонила, сказала, что встретила, забрала пакет. Все хорошо и все нормально. У нас все такое, ребята. У меня сегодня день был. Много дела. Ну, совсем немного поснимала. Катя, ты меришь температуру или что? Сейчас сразу и скажем, какая у тебя температура. Да? Я мерю. Да что ты говоришь? Меряешь вообще-то. Многие спрашивают, у меня Маша всегда такая молчаливая. Ну, по большей части, да, она стеснительная, она молчаливая. Некоторые написали, что я ее зашугала. Да, нашу Машу зашугаешь, как же. Ничего мы не зашугаем. Я никого никогда не обижаю, никого никогда не ору. У нас Катя немного шустрая чересчур. По сравнению с Катей, Маша у нас тихоня. Она любит, как Арлик. Она просто не любит сниматься, она не хочет сниматься. Она не любит быть в середине внимания, можно так сказать. Это да? Она любит одиноко, ну вот как одинокий волк. Вот такая вот, я даже не знаю, как объяснить. Маша, она спокойна, она любит чем-то одним заниматься, она любит рисовать. Маша, ты стеснительная? Она как будто с пескушки бежала. Давай. Не дай. Вкусные? Нет. Вкусные конфеты? Они твердые, сосательные. У меня детки любят такие конфетки, поэтому беру им. Да, многие сейчас опять... Маш, конфету с рыбой, это вообще вкусно, да? Многие сейчас скажут, опять сладости купила. Ну, пускай будет дома запас сладости. В чем проблема? Ничего плохого в этом не вижу, что дома есть. Мне кажется, у каждой мамы есть дома запасы сладостей.
Ладно, сейчас Катя померяет температуру. Да, Катя? Ты померила, нет? Что долго? Ну, Катя, ну сейчас высыпишь все ведерко с конфетками. Быстрее ничего. Ладно, жду Катя померяет температуру и потом скажу вам, как и что. Дорогие друзья, вот такой вот у меня был сегодня день. Если вам понравилось, напишите ваш комментарий, поставьте нам лайки, подпишитесь на наш канал. Ну и всем желаю крепкого здоровья, всем желаю всего самого хорошего. Ну и всем пока-пока.